Доброї ночі. Здравствуйте. Старший інспектор ДПС, старший лейтенант міліції Дюба. Товариш водій, вас зупинили по той простій причині, що на території Миколаївської області трапляються ДТП за участю сном за кермом. Що? Хочеться перевірити, чи ви себе добре почуваєте, спати не хочете. Достовірення. Подождіть секундочку, можна я узнаю, хто ви, що ви, як? Старший інспектор ДПС, старший лейтенант міліції Дюба. Одразу на вашу вимогу, що ви вже не питали, я вам предоставлю свою службове посвідчення, згідно закону про міліцію, про те, як я. Заяву на 50-ти листів. Я могу отстегнуться? Что? Отстегнуться могу? Пожалуйста. Я попрошу сейчас. Сразу вам предоставляю слово. Дзюба Дмитро Юрьевич перебуває на посаді старшого інспектора ДПС взводу номер 2 роти ДПС 2017 року. Я хотів би узнати, от це причина остановки, яку ви назвали. Я знаю, що в 12 законах її нету. Тобто, дана причина остановки є незаконною. Я хотів би узнати, на якому основанні вона произошла. Чому? Я не хочу перебивати вас, просто я не закончил. Я хотел бы вам сказать, что я понял. Слушайте, вы... мене тепер уважно. Можно я задам вопрос? Да, задавайте. Дело в том, что причину остановки я понял. Суть скоєного правопорушення ви не назвали. Отлично. Я не кажу, що ви правопорушення. Правильно. Чи я назвав, може, якесь скоєне ваше вами? Ні. Ви повинні були назвати, але ви не назвали. А я не назвав суть скоєного. Правильно, але повинні були. Зупинили вас з метою перевірки стану водія, транспортного засобу. У нас такої нет причини остановки. Ви назвали мені незаконно причину остановки. Я хочу попросити вас листик і ручку, я напишу заявлення без причини остановки, вручу вам і поїду. Що напишете? Заявлення без причини остановки напишу вам, вручу і поїду. Хорошо, я просто прошу от вас листик и ручку, и мы на этом закончим наше общение и не будем занимать время друг друга. Хорошо? Почему причина моя? Ну ее нету, просто. Не, вы потом уже обжалуете наши действия дальше? Отдельно. Вы, если вы считаете наши действия незаконны, вы обжалуете их. Сейчас, пожалуйста, предоставьте гражданину листик, ручку, он опишет, напишет жалобу свою на вас. Если вам что-то не нравится, вы обжалуете это у вышестоящего руководства. Конечно. Все, да. Поехали. Спасибо, по процедуре. Спасибо. Инспектор, на чем чего ждем? Да. Есть у вас? Давайте. Как представиться? Подходите, я уже нашел. А, есть, да? Давайте. Вы же просили. Хорошо, хорошо. Ручку давайте у вас? Да, если можно. Сейчас поприсутствуйте, я перепишу данные. Конечно. Саш, подложи, дай. Папку, дай. Как вашего начальника зовут? Начальник. Командира взвода. Юрченко. Инициалы можно? ВВ. Добрий вечір. Рота ДПС, старший сержант Сушко. Угу. Товариш пасажир. Що? А чого ви з місця скоєння правопорушення уїхали? Ви хто? Я ж представився. Рота ДПС, старший сержант. Дайте я закончу, да, заявлення написати. В качестве пасажира управляли? А где инспектор, который меня... Что? Который меня остановил? Вот. Я вас останавливаю. Возьмите, пожалуйста. Включите, заявление. А от кого? Напиши, Саш. Я написал. Да. Извините, принял заявление об остановке. В смысле? 102. Опа. Почему? Орган, який приймає заяву. Отказываетесь? Не можу. Вы отказываетесь? Ну, я не можу его принять. Згідно із статтею 5 про закону. А міністр сообщил людям, что любой милиционер может. Ладно, не надо. Хорошо. Не принял. Я могу ехать? Нет, еще не едьте, мы еще вас не отпускаем. А, ну говорите. Товарищ пассажир. Причина такая. Я вас слушаю. Я до вас вертаюсь. Что вы хотите? Подождите, можно я пообщаюсь? Можно я объединю на ту сторону? Я могу ехать? Нет. Я задержан? Нет. Я могу ехать? Мы общаемся, чтобы общаться. Извините, пожалуйста, я могу ехать как водитель? Нет, данные ситуации... Я задержан? Я как водитель задержан? Я нарушаю? Ви? Да. Є підозра, що ви керуєте транспортним засобом в стані сп'яніння. Хорошо, давайте перевірятися, які проблеми. Ух ти, от це клас.
Несите драгер. Из автомобиля чуть не запах алкоголя. Я не против, несите драгер, будем продаваться. У меня есть еще питание до пассажира, если сидит. Давайте ко мне, закончим, я хочу ехать. Меня пассажир не интересует. Вы не перебивайте, инспектор. Инспектор задает две питания. Есть питание до пассажира, до пассажира. Я задержан? Я. Вас никто не затримывает. Я могу ехать? Затримывание, вы сами приходите. Я могу ехать? Что затримывание складывается у выпадка. Я не могу, это что-то, он что-то смотрит, что говорит. Давайте кто-то один. Я вам сказал, что у меня есть питание до пассажира. Я при чем здесь? Я могу. У меня ехать? Вопросов к вам нет. А у меня есть к вам. Ну так задавайте их в письменном виде. В письменном виде? Да, отсылайте мне на электронный адрес, я приму, рассмотрю. Послушайте, этот балаган мне не надо, я не понимаю, я могу ехать или нет? Вы что будете? Я устно буду задавать. Что вы будете устно задавать? Я устно не принимаю. Можно я задержан? Если да, давайте, если нет, я звоню 02, приезжают, выясняем. Давайте решать. Я могу ехать? Я что-то нарушал? Я же вам сказал, есть подозрение, что вы... Вы меня, хорошо. Ну так давайте, давай процедуру. Я вам напоминаю, давайте. Есть вопрос еще к пассажиру. Да мне вас пассажир не интересен, меня интересует я. Меня остановили, я хочу решить вопрос по себе. Пассажиры ваши, меня ваши не интересуют. Давайте, инспектор, вы меня остановили, процедура, я встанел с пьянине. Несите, будем продуваться, никаких проблем. 10 минут времени, 10 минут назад. Пассажир, который сидит сбоку, порушив правила дорожнего руху. Статью 121. Я при чем здесь? Да я вам... Я не знаю, я управлял этим автомобилем, я находился за рулем, я еду, меня остановили, сказали, что я сплю. Мне не надо никаких... Кому вы доказали? У меня причина остановки... Мне причина остановки... Пассажирам моим? Причина остановки я вам четко назвал. Какая? Задний регистрационный державный номер. Вам перемотать, что ли? Что, не могу понять? Инспектор, вы назвали совершенно другую причину остановки. Я назвал две причины, товарищ. Я не против. Сказать. Сейчас устранили там все? Устранили все? Устранили. Давайте устраним, мы поедем. 102, звони. Подожди, пока не звони. Секунду, посидите, помолчите. Пойдемте, инспектор. Смотрите, я не против, хорошо. Вам кажется, что он грязный, все, ну, грязный. Затур, я не сказал, что он грязный, затур. Я сказал, закрытый иншими предметами. Какими? Чем? Ну, вот эта бумажка, чи шо, це, я не знаю. Это парковщики приклеили, ну, может, до парковщики. Ну, так уберем. Я ж не сказал, все проблемы. Что все, пожалуйста, в чем вопрос? В чем вопрос? Я ж не сказал, что чисто вы. Я сказал, на вашему транспортному засобу. Я навіть не знаю, кому належить цей транспортный. Не, ну, это ж вопрос пятый. Ничего страшного, не укотиться. Все, какие проблемы? Я не устранил. В смысле не устранил? Надо нажать на этот, она катится. Что там, набрал? Да. А что там было? Ну, бумажка там, ну. Инспектора, давайте решать. Что, кто, давайте. Я задержан, протокол задержания, я еду. Я при чем здесь? Я могу ехать? Его правонарушение. Водитель я. Я водитель. Вам на и... данный момент вы водитель. Ну так вы говорите, вам нужен водитель. Был другой водитель на данном автомобиле. Ой, ну не светите, и было, пожалуйста. Было зафиксировано правонарушение его. Пассажира, который какое? Сидит сбоку. Какое? Опять пассажир? Я же вам сказал, статья 121. Я не понимаю, в статьях не разбираюсь. Это какая? Что это по сути? Передний державный номерный знак не відповідав данному транспортному. Какому данному? Данному, то есть Volkswagen Touareg. Такому же белому? Да, такому же белому. Так, а с этим-то есть какая-то проблема, с этой машиной? Потому что правонарушение совершалось на данном автомобиле. Именно на этом? Да. Да мы только что, я только что с заправки взял его, этот Touareg. Ну я вам покажу. Только отъехал. Что вы покажете? Я сейчас покажу видео доказы правопорушения. Чего? Правопорушения. Мне? Я нарушил что-то? Да не вы. Так что вы от меня хотите, не могу понять. Вы сказали, что я нахожусь, у вас есть подозрение. Смотри, они даже взятки успевают брать. Который в данной ситуации сидит... Не-не-не-не-не. Вы подозревали, что я... 102. Пока не надо. Где? Инспектора. Да. Не, ну вы мне не нужны, мне нужен тот, кто меня остановил. Инспектор. Мы будем какую-то процедуру вести или нет? Да, что вы стоите? Так ну, вы сказали, что я. Чего мы ждем? Да. Ну, сейчас два понятых. Сейчас двух понятых продуете. Давай. Продуете? Не вопрос. Так, что нам надо, что нам надо, что нам надо? Ну несите драгер, инспектор. Пошли сейчас. Так.
Как это называется? Что? Инструкция? Да. 400/666. Там ты ничего нового не увидишь, там это самое. Там процедура. Драгер, два понятых. А во-первых, для этого самого нужно основание. Невнятная речь, покраснение, угу. Запах изо рта. Для этого нужно вызывать ответственного, короче, все это разруливать. За это нужно наказывать серьезно. За вот эти выхватки. Они расслабились сильно. Сейчас будем наказывать. Сейчас они навешают этим. Что там случилось? Сейчас. Инспектора, подходим, не стесняемся. Чего мы ждем, я не понимаю. Я задержан. Почему вы тратите мое время? Берите драгер, подходите, продуваемся. В чем проблема? Не задерживайте меня. Если нет, я вызываю 02. Вызывайте, это ваше право. Мое право уехать отсюда спокойно. Нельзя? Такое слово нельзя у вас появилось? Инспектор, будьте любезны, лицом повернитесь, подойдите. Давайте разбираться в ситуации. Вы фотограф или вы инспектор? Подходите, объясняйте, рассказывайте. В чем вопрос? Давайте, идите сюда. Я нервничаю от произвола. Почему произвол происходит? Вы устроили здесь что, я не понимаю? Что, бизнес-уголок или что? Инспектор, подходите. Да, что у вас? Ну давайте решать, драгер несите, продуваемся, идет, двух понятых. Предоставление доказательств. Кому каких? Какие доказательства? Ну, инспектор утверждает, у него есть доказательства, что данное транспортное средство управлял пассажир, который сидит сбоку. Ну я же за рулем, вы же меня оставили. Я не говорю в данный момент, когда я вас... А когда? При чем здесь это? Вы сказали, что вы подозреваете меня в состоянии алкогольного опьянения. Я сказал. А что, детский сад у нас? Ваш пост. Да вы стояли все. Вот я именно сказал. Или мы стояли все. Я не понимаю, это что, у вас у каждого свое мнение по этому поводу? У каждого свое мнение. Хорошо. Вы инспектор ГАИ? Я инспектор. Вы меня остановили? Остановили. Отлично. Есть ознаки? Ознаки. В мене є ознаки. Я вам говорил, что вы на меня дышали. У меня есть признаки. Я вам говорил, что вы на меня дышали. Нет, я просто выдыхал. Я инспектор, который могу понять, водитель находится в состоянии алкогольного. Так объясните мне, у меня есть признаки алкогольного опьянения? У вас просто, понимаете, реакция не соответствует действительности. То есть? То есть, ну, мы стоим сейчас, общаемся, мы да? Мы не стоим, я сижу, это не, вы неадекватный, я вообще-то сижу. Почему это я неадекватный? Ну, вы говорите, мы стоим, я сижу, вы о какой-то адекватности говорите. Не, говорю, у нас общение происходит. Я вам объясню, почему. Почему? Потому что вы, пять взрослых мужиков, не можете найти, законную причину остановки, послушайте секундочку, отказывайте принять заявление, далее, вы обвиняете меня. Вы же знаете, в каких случаях принимается заявление, правильно? Закон о правозащите граждан. Я, знаете почему? Именно потому, что я грамотный человек, я знаю. Вы знаете, сколько я таких заявлений вручил? И знаете? Я согласен. Вы будете первым, кто отказали. Все, мы с этим решили. Нет никаких заявлений, если бы я не... Дальше. Что мы действуем? Какие наши дальнейшие действия? Женя, иди, ты что делаешь? Женя, вы делаете, Женя? Составляем протокол на вашего пассажира. За непристегнутый ремень? Нет. А за что? За нарушение правил дорожного движения 10 минут назад на 77-м километре. Извините, дороги. Пожалуйста. Нет, я вас перебью. 10 минут назад я был здесь. И я находился за рулем. О каком правонарушении идет речь? Я вам покажу. 10 минут назад я тут был. У меня есть видеофиксация. Хорошо, у меня тоже есть. Что я 10 минут назад был тут. Есть у меня видеофиксация правонарушения пассажира, который... Пожалуйста, обращайтесь в суд. Я тут при чем? Я водитель. Что я могу сделать? Я могу ехать. Составим протокол. На кого? На пассажира, который в данный момент сидит сбоку. Пассажир всегда сидит сбоку или сзади. 10 минут назад он сидел за 10 минут назад он сбоку, мы были на посту. На посту мы были. 10 минут назад вы не были. Как это нет? У меня видеофиксация. Сколько времени? У меня тоже есть видеофиксация. Полчаса мы уже. У меня есть даже видеофиксация, как водитель предоставляет посвящение водителя, если доступ проверяет. Так он неоднократно это делал, и я это делал, и вон он еще делал, и вы это делали. Какое время? Где? Это что такое вообще? Это Nokia у вас? Да, это и Nokia. Что? И вот номерной знак, который у вас стоял. Когда 10 минут у нас? Назад. А почему вы не приняли меры? И время, смотрите, которое стоит. Я не понимаю. Кто-то что-то где-то нарушил? На каком автомобиле? Да. На таком же, как это? Да. Что значит на данном? На данном автомобиле, потому что стоит
данный номерный знак. Инспектор, вы не чувствуете чушь какую-то? Я могу ехать? Вы хоть то на драгере хотите меня продать? Вы хотите, чтобы я куда-то... Я не понимаю, вы драгер несете? Вы обменили меня, в состоянии алкогольного опьянения я нахожусь. Вы будете действовать по процедуре? Я для вас открыл процедуру. Что хорошо? Несите драгер. Так, мне не о чем с вами разговаривать. Все, я понял. Звоните, все, это бесполезно.